Всем доброго времени суток, меня зовут Дмитрий, сегодня у нас с вами игра Glaucoma. Это шутер, не написано было, что это хоррор, но на самом деле это, скорее всего, будет еще и хоррор, потому что там написано, что какие-то монстры на нас будут нападать. В общем, давайте посмотрим. Авторелот, снап, я что-то не посмотрел по графике, потому что что-то как-то у меня такое ощущение, как будто... Что-то так все съехало во все стороны, прям как-то... Графика-то применилась? Применилась на... Так, что там? Гамма... Вообще что-то непонятно, ни хрена. Саунд я выставил, контроль я выставил, ничего не понятно, ладно. Гейм, бэк. А, это опции все, ёлки-палки, опции по игре, я понял, я думал, у меня это уже новая игра. Новую игру давайте начнем. Старт new game, ну естественно старт, у меня есть другой вариант что ли какой-то или что. Не знаю, что здесь написано, а что-то прям вообще не знаю, что тут написано. Поэтому просто мы пропустим, видим черепа и видим лоудинг. Что типа что-то загружается. Так, вот это я сделаю, вот сюда положу. Ой, 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 ой. Зря, наверное, эпик поставил, потому что что-то прям какой-то кошмар. По-моему, она сейчас будет так висеть ужасно, что трындец. Она, по-моему, то ли инди, то ли не инди. А, спринт, холд, туши... блин. Я не пойму, куда... Резкость такая ужасная вообще. Контроль. Можно как-нибудь контроль это... Наконтролить, чтобы... Маус сенсивити где-нибудь есть? Нет? Current objective, блядь, jump space bar, inventory, game resume. Офигенная игра, просто вот, просто классная. Так, давай вот такую вот оставим. Чувствительность ужасная, конечно, вот тут, но вот тут еще более-менее. Не нашел я настройку, так. Сейчас, прям 5 секундочек. Так вот, мы просто продолжим. Я не люблю, когда мне пишут, звонят или что-то еще делают, когда я что-то делаю. Glaucoma это вообще такая, знаешь, игра, я вообще не понял, о чем она, при чем она и к чему она. Но это шутан какой-то, очень-очень интересный, я так понимаю. There is come electricity problem here. Ну, что-то типа проблемы с электричеством здесь. Ну, возьми, пожалуйста. Блин, если так все собирать надо будет, это вообще трындец. Перезарядись. И погнали, сейчас мы... так. О, блин. Please stay in one... на одном месте и тестируй свой контроль. Left mouse button, fire. Блин, да что-то прям вообще какая-то шляпа. 360 патронов. Че это за лягушка, блядь? Аим. Аим. Мили, флешлайт F. You can all... блядь. Тихо. Ты что так делаешь-то? Я даже не прочитал, что там написано было. Так, по воде ходить лучше не надо, да, я так понимаю? О, блядь. Он очередями прям стреляет. О, блядь, молодец. А можно как-нибудь режим переключить? Че это хуйня ползет вообще? Она может меня атаковать, нет? О, вот это может, да, может. Я верю. Все. Лежит, орёт. Эй! Говно! Хорош там плавать. О, блядь. Опять она взрывается. Ну ёп. Перезарядочку откнем. Сейчас пойдет вообще все. Прям все классно будет, я так понимаю. Ну. Игра скучная, на самом деле. Я прям вижу, какая она скучная. У меня нету больше другого оружия, да? О, баллон. Если здесь кто-то сейчас поползет, то я в него стрельну. Блин, я не хочу в воду идти. Потому что вода это зло, блин, там одни эти. Звук страшный, блин, не могу, прям бесит меня.
Вон там что-то есть. Надо туда сгонять. Не хочу я плавать, блин. Понимаешь, не хочу плавать, потому... Светится здесь что-то. Светится, значит, ну, можно туда пойти. А, это выглядит как... что-то дверь заклинила, что ли, или закрыта. Я имею найти способ, как открыть, и что-то это другой путь. А, ну... Ну хорошо, ну типа мне нужно что-то найти, чтобы открыть эту хрень. Можно нырнуть? Как сесть? Классно. А, непонятно, правда, для чего стрелять под водой. Хотя, может, мы сейчас поймем, зачем стрелять под водой. А, пока что я не понял самого главного прикола этой игры, потому что, ну, блин, монстры здесь крайне скучные, долго в них нужно стрелять, и вообще очень-очень все грустно выглядит. На самом деле, именно грустно выглядит, знаешь, не скучно, а грустно. Типа... типа должно быть страшно, да, жутковато. А, не работает. Don't work вообще, по-моему, не didn't work. Кто-то, блин, русский, по-моему, писал, и не очень хорошо. Ну, хотя, на самом деле, я не знаю, может быть, правильно это пишется. Вот, то есть... То есть, вот я сейчас плыву под водой, а... Ни хрена, у него легкие какие запасливые. Офигеть, он может дышать долго под водой. Чё там трещит, блядь, хорош. Не трещит. А... Вот, я плаваю под водой, я бегаю от монстров, за монстрами, под монстрами, не знаю там, что это. Это аптечка, и все, escape нажать надо, и тогда вот здесь вот нажать на аптечку. А, мне нахрен не нужна эта аптечка сейчас, она, в принципе, бесполезная. Так, давай, включил я что-то, что-то я включил, значит, я... Чего? Блядь! Ты что делаешь-то? Ух ты ж, собака такая! Ух, классно, как... Тихо! Не ругайтесь. Офигеть! Если так будет, то я... Нет, я... У меня сердец... Блять, я... Разговаривать разучился. Кто-то тут плавает. Если кто-то здесь плавает, значит нужно это... Что-то застрелить. Оно кидается поддонами, это неправильно. Да, блядь, ну конечно, ну, блядь, вылезти сразу нельзя было, да? Плавает он, поддонами меня бросается, дебил. Ух ты ж, блин, не хоррор, главное, хоррор там не было написано, я уже обсыкаюсь. Да в смысле? Умер, нет? Умер, наверное. Да что ты машешь-то, бегаешь, ну? Где он? Умер. Я на это, блядь, надеюсь, что он умер, потому что я что-то как-то... Ой. Вас всех сраку, блядь. Вылезай. Просто погнали отсюда, нахуй. Не хочу вообще здесь быть. Не знаю, чем здесь лучше будет, но я думаю, что здесь будет лучше. Но они уже, знаешь, поактивнее. Это уже страшно, на самом деле. Получается, что... Это просто нам показали, что они могут ползать. И показали, что... Это классная вещь. Вот это вот очень полезная, классная вещь. Зарядился? Зарядился. Ой. Они бегут все толпой, блин. Сзади не смотрю, но, блин, может еще и сзади кто-то есть. Тихо!
тихо-тихо-тихо, зажали меня, ёбаный ты колобок. Сука, Годзиллы, блядь, иди отсюда. Классно, слушай, вообще трындец, вообще как и страшно, и классно, и прям много их так всех. Я в Doom когда играл, прикольно так же было. Только там не было вот такого вот прям. Ребята, остановись, пожалуйста. Да хорош! Я не понимаю, кто умер, кто не умер, потому что они все вроде и живые, вроде не живые. У меня потом... Кто орёт? Чё разорались-то все, блядь, вокруг орут? О, блин, страшно. Страшно, когда они начинают на тебя бежать. Потом уже не страшно. Так, здоровье у меня вроде есть. Не знаю, прям... Как-то мне... Не по себе от игрушки, от такой. Я, конечно, понимал, что там будут монстры, будет страшно. This thing has begun. Такого слова-то нету. To solve, чё, I need to get out fast. Надо чё-то бежать быстро, да? Но я не понял, чё. Ну, я побегу отсюда быстро, потому что так написала мне игра. Чё ж, у меня варианты есть. О, блядь, 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 блядь. Зашибись. Нырни, ёб твою мать, мне нужно посмотреть. У, блядь. Ты живой, что ли? Дурак, блядь. У меня 19 патронов осталось. Кусочек отвалился от мужика. О. Жижа какая-то. Это что такое-то хоть? Оно шавольца. А если оно шавольца, значит оно что-то это самое. Ключ-то у меня от чего? Так, перезарядиться надо, пока не поздно. Так. Пузырьков нету, но я все равно один по воде не пойду. Да куда ты на меня нападаешь-то? Я тебя убил. Не хочу я находиться с ними так близко, поэтому я отбегаю. Надеюсь, что ключ вот от этой херни... Правда, я не понимаю, как оно будет работать. Даже, в принципе, ключ не может никакого... Ключа никакого быть не может. Ну. Enter? I can use... здесь, типа, это. А что ты можешь здесь использовать? Блин, вот все, я просрал момент, да? То есть я вернулся назад, но, может быть, где-то здесь еще можно использовать этот ключ? Просто я... Как бы не особо сейчас понимаю, что мне нужно сделать и куда мне надо побежать. У меня зарядки на этом... А, она заряжается уже, спасибо. Идем в обратном направлении. Мы в эту сторону не ходили. Блять, лучше бы не не ходили бы. А, вот она. Ключ. Да, вот отсюда вот. Блять.
Switch Special V or C. Зачем? Чё это такое? Fire Special Slave Timer. TNT, I will need it. И куда мне его TNT надо засунуть? Я так понял, этот TNT с таймером можно закинуть... нет, непонятно вообще, куда мне TNT этот, как мне Special... А, Special Fire на эту херню. Ладно. Someone was very hungry. Кто-то, да, ну, кто-то, да, кто-то был очень голодным. Мне интересно, куда мне нужно сейчас бежать? Потому что... Я вроде как бегаю. Я вроде как бегу. Бегу куда-то. Куда бегу, хрен его, просыт? Камни эти падают постоянно. Тут уже как пещера еще не обвалилась вся. Мне вроде ключ вообще нигде не был нужен. Сейчас у меня есть ключ. Пойдем туда еще раз. Потому что... Ой-ой-ой. Отдохни. Все, отдыхаешь. Тут хрени, по-моему, здесь не было. Зизинг и беган. Что-то там тыры-пыры, 8 дыры. Пакет TNT, Stick with Digital Timer. И что мне с ним делать? Это таймер. Pulse of Time. А, ну замедляет время. Это Enemy with Serum Turning into Collaborator. Непонятно, что написано, но мы будем при это прислушиваться. Это я махнул только что вот эту херню, но не знаю зачем. I can't use... Хер, блядь. Хер, ты можешь здесь использовать это, ёлки-палки. Ой. Наверное, я уставать стал меньше, да? Потому что он вообще, не смотри, внизу не идет эта полоска усталости. Мне просто интересна цель игры. Я бегаю по пещере. Там вон кто-то плавает. Или не плавает. Ничего непонятно. Я уже сбегал везде. Ёп твою мать! Понял, понял всю свою ошибку. Понял, все, погнали. Я понял всю свою ошибку. Я понял, куда надо бежать. Я понял, куда нужно бежать. Все, никто не ругайтесь, никто не бейте меня, потому что, ну, я... Что я могу сделать, если я просто запутался в конце концов? Могу я запутаться? Тут такая паника наводится вокруг меня. А надо уже по факту заканчивать, потому что, ну, блин, игра-то она такая, знаешь, не сюжет, ну, как она сюжетная, но она не массовая, так скажем, она просто игра. Если не индюшка, то я не знаю даже, по-моему, она индюшка. Вот. И поэтому, как бы, я не думаю, что на нее надо уделять больше 20 минут. Но я на нее, по-моему, уже уделил больше 20 минут. Если я не ошибаюсь. Около 20 минут. Хочешь сказать, мне не дадут открыть? Угу. Вот это голова, блядь. Вот это да. Сильно жахнет, нет? Сильно, значит, жахнет. Да хорош, бабаха, ёб твою мать. Сильно жахнуло, да. Я ничего не это.
Я вообще не хотел переключаться, я просто... давайте на этом закончим. О, бля, там дальше, дальше хуже только, по-моему. На этом закончим. Всем спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Делитесь видео с друзьями, комментируйте. Может быть, когда-нибудь я в нее и поиграю. Вы как заметили, я не очень сильно как бы к играм... Ну, игры прохожу до конца, потому что у меня вот начался снайпер, я его позаписывал, мне надоело. Начал записывать этот Long Dark, я его записал две серии, надоело. Wintermute я начал тоже записывать, по-моему... Я не помню, я выкладывал этот обычный Long Dark или нет, по-моему, да. Wintermute начал записывать, тоже, ну... Время нужно на это, на все. На такие игры вот время мне не жалко, потому что они... Они простые, и как бы они не занимают много времени, они не нужно их проходить так прям вот усиленно. Короче, все. Всем спасибо за просмотр, всем пока.